сейчас прям на больное мне наступили. Что нужно сделать? Я не знаю, нужно начать с хороших историй, надо начать снимать хорошие истории. Надо менять интерес у зрителя, потому что я очень часто слышу, что какие-то, на мой взгляд, хорошие, интересные истории, говорят, но они не кассовые. А кассовыми, оказывается, ну, так скажем, ширпотребом становится то, что не заставляет людей особо глубоко думать, размышлять, чувствовать. То есть такие легкие продукты, такие как жвачка однодневные. Поэтому это не только в киноиндустрии, это сейчас общий такой культурный немножко кризис, на мой взгляд. Потому что все хотят легко и не думая. А раньше хотелось, да, глубины. Надо просто возвращать желание к этой глубине, к истине и, наверное, не всегда гнаться за кассовостью, а подумать о душе.